Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Динабэш 2, путешествие во времени. Так, ну что, недолго птичка веселилась, у нас накопилось с тобой опять же 2, какой 2, 7 энергии. И, как ты помнишь, у нас на да что ты не проматываешься-то, на последней энергии открылась дополнительный уровень, ребят. Ну что, давай посмотрим, что вот. Так, остров 19, уровень 1. Но я, правда, не уверен, что здесь, конечно, пройду. Мы предыдущие-то не могли. Ай, пушкари. Слушай, пушкаря надо валить. А смотри, а телега не едет, ребят. А, нет, поехала. Я хотел уже сказать, телега не едет. Не едет, конечно. Так, ребята, пушечник идет. А давай вызовем Рэмбо с тобой. Рэмбо без разговоров, просто, ребята, все сносит на своем пути и все. Чихать он там на все это хотел. Ага, здесь нам, кстати, наверное, пригодится, знаешь, кто? Блин. По идее, надо этого вызвать. Слушай, давай я, наверное, сюда отбомбану. Во, хорош. А куда снаряд мой? Снаряд уничтожил снаряд, который он выпустил. Зашибись. Слушай, тут, наверное, нам нужны будут вот эти вот метальщики, огненные стега, потому что... Блин, лодочники. Лодочники, ну нафиг они тут нужны? Там же их 3 штук. Ой, они тут еще такие. Да иди ты там со своей бочкой. Вот, вот об этом я и говорил, ребята, их тут. Беда. Хорош. Хорош. Ребятули, ой, нет, 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 ну, пожалуйста, успеем ли? Давай, давай, ворота, ворота, ворота. Есть, есть, друзья мои, мы этот этап на 3 звезды прошли. Фью, успел я подбить ему ворота, и это шикарно. Открываем, конечно же. Так, ну тут что-то стандарта, ребят, 500 монет дают нам, постоянно 500 монет, не больше. Не больше, не меньше, именно 500. Как-то жиденько, если честно, по наградам. Ага. И мы получаем с тобой... Так, создает инферно. Отлично подходит против групп пещерных людей с деревянными доспехами. Называется это огненная бомба, ребят. Называется огненная бомба. Мне кажется, это что-то наподобие. Помнишь, у нас была такая с тобой штука? Вот у нас был, ну, как она сказать, фаербол, что ли, можно так высказать, который огонь выпускает, и он пролетает сквозь все, тем самым нанося огромный урон. Мне кажется, это что-то типа вот из той оперы. Зашибись. Да как так-то, блин? Блин, она очень долго, ребят, копится. Рэмбо просто снесся. Вот я сейчас посмотрю. Посмотрел, называется, блин. Это вот и есть огненная бомба. Да, если честно, я думал немножко... Немножко по-другому будет. Вот, серьезно, я говорю. А ну-ка, вот сейчас вот здесь мы посмотрим. Да, ну, да я думал будет намного сильнее.
Вот я серьезно говорю, думал, что будет сильнее бомбить. А она как-то не особо хорошо. Но тут опять же нам понадобится огненный, скорее всего, стега, ребят. Потому что они без конца идут. Ага. Да ладно. Ёпрсоте. Все, там началось, ребят, тотальное уничтожение моих динозавриков, к сожалению. Ну, вот о чем я и говорил. А звезду-то уже отняли. Все, ребята. Нет у меня больше, блин, звезды. По имени Солнце. Добил рымбачих всех. Да ладно, они последнюю звезду у меня, блин. Ну, мне кажется, можно пройти этот этап на 3 звездочки, ребят. Наверное. Где-то я что-то неправильно сделал. Только вот что, пока не понимаю. Уровень не такой сложный. Ну, во-первых, я там погиб. Опять же, случайно, блин. Ну что ты тут стоишь, зануда? Если честно, я думал, будет сильнее вот эта вот огненная бомба. Вот эта вот. А она как-то оказалась не особо сильна. Не особо сильна. Вот этот бы, конечно, бы сундук как-то заработать. Как вот его заработаешь, ребят? Не знаю. Смотри так. Оп-оп. Фига, они там далеко. Подстава была. Ну, будешь ты ломать-то в конце концов? Сломал. Ой, бежит, бегут. Да, Плювик, тебе-то тут только одному и бомбить. Они сейчас и стегушку быстро расфигачат, ребят. Они урон-то никакущий получают. Да, тут мы... Да, вот, конечно. Вот тебя еще тут не хватало, блин. Дурачка-то этого местного, блин. Нет, на 3 звезды явно не получится. На 3 звезды явно здесь не выйдет.
Так, мамонта. Мамонт, ну блин, мамонт без хила. От него толку-то, блин. Может этого сразу вызвать? Вот об этом, ребята, я и говорю, что вот начинается вот эта вот канитель. Он один не справится. Сколько их там? Трое. Того, ребята, забомбили. Забомбили они мне. И мамонта, да, ухоркали. Конечно, ухоркали. Они сейчас их там всех моих разбомбят, пока мы тут с собой кайфуем, блин. Да. Еще и тебя-то тут не хватало. Пум-бурум-бум-бум. Идет придурочный там. Ну, здесь надо было вот действительно вызывать этого. Ну, ребят, этот уровень мне не поддался. Вообще никак. Два удара там, все, яйцо, ребят, накрыли. Не вышло. Не вышло. Чертов уровень сложный, блин. То есть я вообще здесь ни на одну звезду не прошел. Поэтому, ребята, мне и не дают этот сундук, потому что я ни одной звезды здесь не заработал. Ну что, попробуем? Попробуем здесь выбить звездочку. В пиратском биоме. Так. Окей. Давай плювик, наверное, возьмем. Ну. Блин, мне бы сейчас Хэнка бы. Хотя, друзья мои, вроде бы все идет как нельзя хорошо. Да, этот уровень мы прошли, друзья, на 3 звезды. А, вот так вот, да, значит. Восемнадцать из 30 мы собрали с собой этих. А что, 18-4 у нас не пройден, что ли? Как-то так, я что-то не понял. А, мы, наверное, не успели, друзья. Мы в этот биом только попали, и все, я понял. И все досталось этому парню, блин. Эй!
Нифига тут хил, блин, вылез. Угу. Да чтоб тебя, а? Блин, у меня очень мало здоровья, ребят. Так, тогда придется, ребята, брать огненного Дейха. Дина, огненного Дина, да. Чего он там хиляет-то? Ребята, на 3 звезды. На 3 звезды прошли. Этих сейчас разнесем в пух и прах. Ух! Найс. Замечательно. Блин, а тут почему-то 450 дали. Хм, обычно 500 же дают. А тут 550. Странно как-то. Тут 500. Так, и еще плюс за прохождение этапа, ребята. Не забываем об этом. Помимо этого, ты видишь, мы еще получаем 1500. И плюс вот этих вот. Ну. Да-да-да-да-да-да, сундук. А, вот здесь мы не прошли еще. Ё-моё. 800? Ну, что это, ребят? Так. Почему вот этот этап у нас не пройден на 3 звездочки? В чем проблема, ребят? Проблема, наверное, в снарядах, я так понимаю. Отгребли свое. Ну, нормально. Вот пруга бы могла бы еще, ребята, наносить и урон, ко всему прочему. Ну, согласись. Это было бы куда справедливее и честнее. Хе-хе, на 3 уровня, ой, на 3 звезды, ребятушки. Это говорит о том, что... Блин, я понимаю, иногда мы с тобой просто упиваем такую армию сделать. Иногда как голодранцы с тобой бегаем. Что тут нам выпадет? 500 монет. Ну, слушай, нормально. Я доволен. Тут еще сверху 500 монет. Энки дали нам. Угу. И мы зарабатываем сундук. Так, я надеюсь, тут будет очень много монет. 5900. Шикарно, ребята. 10 самоцветов. Раптора 5. 2 тирексика, ледяной шар пятерочку и редкий шлем. Опа. Ребята, ледышка. Колючка. Колючка у меня уровня 3-го уже редкий шлем, ребят, на нем. Ледыха 12 тысяч стоит на обнову. Ледыха 12 тысяч на обнову. И здесь, ребят, тоже мы. Вот так вот. Это у них травяная деревянная броня. Потом, по-моему, насколько я помню. О, слушай, 224 у нас уже самоцвета. Ну что, друзья мои, двигаемся дальше. 19,3. Ну уж не знаю тут, как будет.
Ну, он хорошо сносит вот эти вот баррикады. Огненный Дейна тут нужен, потому что, ребята, раз уже эти идут, то огненный Дейна, именно он хорошо вырубает. Слушай, вообще великолепно. И вот Плювик. Ребят, Плювик очень хорошо бомбит именно в доспехах, насколько я помню. Или я ошибаюсь? Нет, по-моему, так он и есть. Так. Да чтоб тебя. Хе-хе-хе. Видел, как огненный Дейна, ребят, вообще вырубает. Ого! Да иди ты в петь, ты смотри. Ребята, пушка, блин, появилась. Мне хп мало. Ставим это и стоим. Пускай он по мне бомбит, этот пират. О, Плювик даже и эту пушку, ребята, хорошо сносит, смотри. И огненный Дейна как раз... О, Плювики наши прокачанные вообще. Изи, изи, ребята, вон, смотри. Шикарно. Вообще мы молодцы, я тебе скажу. Так, здесь у нас что? Понятно. Блин, ну по одной дают. А энергия-то, энергия есть у нас? Последняя, ребят, последняя энергия. Ну что, пойдем? Пойдем вот за этим сундуком. Так, этот. Вот это хорош, очень хорош, ребята, что он, мне нравится, что он головой бамс бьет, и он очень много урона наносит. Вот это вообще. Да. Блин, они этого Тиреса завалили, да? В принципе, можно было бы и мамонтов уже вызывать. А, нет, нельзя еще. Еще нельзя, ребят. Вот теперь вызовем. Твою маковку, а. Ох, ничего себе, влупашил. Мне надо в сторону отходить. А, пушкаря валишь и все, все понятно. Значит, пушкаря просто, блин. Уничтожаешь пушкаря и все, ребята, и... Я достоялся, блин, долюбовался, твою налево.
Так, что у нас тут? Блин, у меня опять мало хп. Опять шлепнули, да? Блин, давай быстрее. Звезда, нам не нужно три звезды, ребята. Они всех запинали. Не получилось, ребят, на три звезды. А можно было, можно было бы. Давай хотя бы на две звезды, уничтожьте эту фигню. На две звезды, ребята. Да мне можно было бы и на три, если бы я там два раза не погибал бы. Если бы я два раза не погиб бы, можно было бы, ребят, на две звезды, на три звезды спокойненько пройти. Но я же герой, мне нужно же вперед лезть, блин, прикрывать своим телом брендом. Так, а что у нас за карточки даются на этот раз? Давай посмотрим. А, еще же сундук. 800 монет. Огненная бомба, ребят, прокачивается. Нормально. Так, и здесь еще один деревянный сундук. Так, еще 800 монет. Один самоцвет, дилофа 2, огненный шар. Кстати, огненный шар, по-моему, прокачивается, да? Да, ребята. Огненный... Ой, и здесь еще 3000. Ой, подожди. 3000 это будет следующая награда. Ну-ка. Ауч. 12 тысяч. Ну, его обязательно прокачивать, потому что огненный шар это огненный шар, ребят. Ну, что я тебе скажу. Очень даже неплохо. Неплохо мы сегодня здесь повоевали. На 3 звездочки очень много этапов прошли. Скоро мы... доберемся с тобой до новой локации. Тут пират наверняка будет. Новая локация у нас вот. Какой-то мрачный лес, по-другому не назовешь. В общем, ребятушки, дойдем. Дальше будет все видно. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.